Как украсть 400 миллионов? В Омске завершено расследование по делу банкира-афериста Станислава Мацелевича и его сообщников. Они обвиняются в незаконном обналичивании сотен миллионов рублей. По версии следствия, предприниматели и его сообщники создали полсотни фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги. В результате члены преступной группы получили около 400 миллионов рублей. Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Предприимчивый банкир может отправиться за решетку на 20 лет. Обвинение, предъявленное Мацелевичу, он не признал, вину отрицает в совершении данного преступления. Несмотря на непризнание вины, в ходе следствия были получены ряд показаний, в том числе его соучастников, в том числе свидетелей, которые являлись клиентами незаконной банковской деятельности.